Музыка в лицах. В Чувашском художественном музее открылась выставка, посвященная 25-летию Чебоксарской муниципальной певческой капеллы «Классика». Светлана Ефремова – одна из первых солисток хора. В ее концертном репертуаре более 200 произведений российских и зарубежных классиков. В родной капелле она не только поет, но и ведет концертные программы. Классика – это огромная часть моей жизни. Моя радость, моя боль, мои друзья. Огромный кусок творчества. Хочется новых гастролей. Я думаю, что это осуществимо. Хочется каких-то новых интересных концертов, программ. Ну, я думаю, что мы в этом направлении развиваемся и очень-очень плодотворно работаем. За творческое развитие коллектива отвечает идейный вдохновитель и главный дирижер классики Морис Яклашкин. Необходимо не просто замкнуть какие-то определенные рамки, как чисто хоровой коллектив камерного плана, именно их вовлечь в другое русло, другое понимание того, что существует и более высокая ступень развития именно данного коллектива. Тогда я считаю, что возможно удачи и дальнейший его рост. Надежда Молошникова стала директором «Классики» 9 лет назад, сменив основателя Владимира Желобанова. «Классика» – это чудо. «Классика» – это родной коллектив, это творческое содружество самых-самых преданных и самых интересных людей, которые живут в нашем городе. Наша «Классика» не просто называется «Чебоксарской», она действительно представляет наш город. У капеллы широкая аудитория. Ряды давних почитателей пополняются новыми. На выставку я пришла, потому что мне это очень нравится. Сама занималась 7 лет в музыкальной школе. Сейчас творческий коллектив готовится к юбилейным концертам. Они состоятся в конце месяца. Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика.